В Атырауском перинатальном центре новорожденного оставили умирать в холодильной камере. В убийстве младенца подозревают директора медицинского учреждения и акушер-гинеколога, которая принимала роды. По данным следствия, медработник посчитала новорожденного мертвым и оформила все необходимые документы. Тело отправили в морг, где он начал подавать признаки жизни. Однако сотрудники роддома умышленно не стали его реанимировать. Преступление случайно выявили сотрудники антикоррупционной службы, которые расследовали в отношении руководителя перинатального центра сразу несколько коррупционных фактов. Сейчас его подозревают в подстрекательстве к даче взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и убийстве. После рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой. После подачи ребенком признаков жизни врачи вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин таких действий врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы. Данный факт был установлен, подтвержден, и тело ребенка было установлено в холодильной камере, но мы не успели предотвратить данный факт. Степень виновности задержанных и наказание определит суд. К слову, за убийство ребенка им грозит до 20 лет лишения свободы. После случившегося министр предложил освободить от занимаемой должности начальника областного управления здравоохранения.